Новости продолжают эфир. В студии работает Вера Захарчук. Здравствуйте. Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму королю Филиппу, поздравив его с национальным днем королевства Бельгии, передает Аккорда. Президент пожелал королю успехов во всех его начинаниях, а бельгийскому народу счастья и процветания. Казахстан и Бельгию связывают прочные партнерские отношения, опирающиеся на тесные узы дружбы и взаимного уважения, говорится в телеграмме. Почти 1000 сельчан в Западно-Казахстанской области смогли открыть свое дело по программе «Аула Манате». Треть из них живут в отдаленных районах. О том, как развивается бизнес на селе, узнавала вице-премьер страны Тамара Дюсенова. Она сейчас находится с рабочим визитом в регионе. Подробности у наших корреспондентов. Рабочую поездку вице-премьер начала с самого отдаленного Букиординского района. Свое дело по программе «Аула Манате» здесь открыли 69 сельчан. Среди них Светлана Сариева. В прошлом году жительница села Хан-Ордасе взяла льготный кредит в размере 4 миллионов тенге. На эти средства купила 8 коров молочной породы. Сейчас ее хозяйство снабжает жителей натуральной продукцией. Хозяйством занимаемся всей семьей. Производим сметану, масло и сыр. Реализация продукции приносит постоянный доход. Планируем увеличить поголовье и взять на работу своих односельчан. Очень удобная, а самое главное, выгодная госпрограмма. Встретилась вице-премьер и с жителями Каратубинского района. В селе Косколь в прошлом году создали сельхозкооператив. Все 227 дворов, объединившись, развивают собственное производство. Меры государственной поддержки помогли фермерам приобрести 200 коров молочной породы и 900 овец. Удалось обновить и технику, говорит председатель кооператива Серик Исатаев. На 45 миллионов в лизинг купили 2 трактора с прицепом и другими агрегатами. Сейчас начинаем сенокос. Постоянной работой в кооперативе обеспечили 4 односельчан. В ходе рабочей поездки Тамара Дуйсенова рассказала об условиях 9 программ, направленных на поддержку сельчан, отметив, что это хорошая возможность для жителей отдаленных районов области. В целом вице-премьер дала положительную оценку работы сельхозкооператива. Данный опыт «Один аул, один кооператив» необходимо внедрять повсеместно, считает Тамара Дуйсенова. У каждого региона есть своя специфика. Вот расстояние между областью и районами, и между сельскими округами и районами как раз-таки оправдывает ту схему, которую предлагает Акимат. Это каждый аул, значит, один кооператив. И сегодня мы посмотрели, ознакомились с опытом сельского округа Косколь, Каратубинского района. Я считаю, что это вот очень правильный опыт. Один аул, один кооператив. Это вот одна бригада работает уже, она в товарно-молочной форме, ферме. Другая, значит, готовит корма. Третья, значит, занимается сбытом. Поэтому это, значит, правильный и оправданный подход. Сегодня госпрограмма «Аула Манате» повышает доходы и улучшает качество жизни сельчан. Известно, что одной из проблем сельских предпринимателей является реализация своей продукции. Решение местные власти нашли и закрепили документально. Между акиматом области и компанией-недропользователем был подписан меморандум о поддержке местных товаропроизводителей. Заместитель премьер-министра Республики Казахстан Тамара Дуйсенова отметила важность достигнутого меморандума. Сегодня мы первый раз, это первый пилот, вовлекли сюда, значит, самую крупную компанию КПО, чтобы они могли закупить продукты именно тех, кто сегодня участвует в «Аула Манате». Надеюсь, что сегодняшний подписанный меморандум даст свои результаты. В прошлом году по программе «Аула Манате» свое дело смогли открыть почти 1000 сельчан. На реализацию бизнес-проектов было направлено свыше 6 миллиардов тенге. Однако в районах слабо ведут разъяснительную работу по государственным программам. Сельские акимы, подчеркнула вице-премьер, должны проявить активность в этом ответственном направлении. Альбина Кумаргалиева, Буладжир Лгасов, Эльдара Юпов, 24KZ, Западно-Казахстанская область. Сегодня отмечают профессиональный праздник специалисты, связавшие свою жизнь с металлургической отраслью. Работники этой сферы вносят лепту в укрепление экономического каркаса страны. Так, с начала года рост производства составил 8%. В отрасли трудятся порядка 200 тысяч человек. Это почти треть от численности сотрудников промышленности. Один из тех, кем может гордиться страна, металлург Айсет Куанышев. Специалист закончил Карагандинский политехнический университет и вот уже 5 лет работает на производстве. Я морально был готов к этой работе, знал, что металлургия – непростая и ответственная профессия. Конечно, все приходит с опытом. Сегодня у нас около 200 сотрудников, больше половины из них – молодежь, и это радует.
Что казахстанцы знают о металлургии? С этим вопросом наши корреспонденты вышли на улицы Астаны. Ну, обрабатывающая промышленность, у нас же в первую очередь экспорт. Помимо нефти, на втором месте как раз металлургическая промышленность и стоит. То есть мы за счет экспорта и живем же, в принципе. Наша страна, она богатая, у нас все добывается. Вся таблица Менделеева в нашем Казахстане есть. Все, какие металлы есть, мне кажется, в Казахстане есть. В том числе в Балхаше, медоплавильный завод. Там и афинажные есть, и золото, и серебро, и ну, все много. Все, что касается вообще жизнедеятельности человека, наверное, связано с металлом. Один из наших знаменитых, Сатпаев, наш геолог, он огромный вклад для Казахстана сделал в области металлургии. И наш балхашский медоплавильный завод во время Великой Отечественной войны, одна пуля из 100, это выпускала наш завод. Медь, цинк, свинец, очень много таких нужных для страны металла выпускает наш балхашский завод. Ведущая профессия в черной металлургии – горновой. Он управляет процессом плавки в доменной печи. Марина Золотарева встретилась с доменщиком из города Темиртау, который проработал на металлургическом комбинате более 30 лет. Он рассказал об особенностях своей профессии. Первый день на металлургическом комбинате до сих пор самое яркое событие у опытного горнового. 30 лет назад он увидел, как льется чугун, и был потрясен этим зрелищем. С тех пор Куантай Жумабеков трудится у самого сердца печи. Это самое жаркое рабочее место на комбинате. 50-60 градусов возле канала. Перегреемся, жарко слишком, когда вот стоянка большая. Чай пьем много, горячую. Воду нельзя пить. Раньше была работа тяжелая. Сейчас печи все новые, вот современные печи. Раньше работали, ну, канаву делали самые, ну, со смолкой делали. Футляры, там, носки, вот, которые чугун идет. Сейчас все бетонные. Работа сейчас полегче стала горновым. Доменщиком стать непросто. Здоровье – главное требование к работе. Горновые все время в движении. Они встречают первый металл и следят, чтобы он тек непрерывно. Устраняют заторы, чистят печи. И все это при высокой температуре. Опытный Куантай Жумабеков – наставник всех начинающих горновых. Все старшие горновые, которые работают сейчас в смене, это, можно сказать, воспитанники именно Куантай. Потому что 5-я бригада – это кузница наших кадров, просто работящий. Соответственно, если что-то происходит, он всегда душой относится к работе, всегда останется, поможет. Всегда совет подскажет какой-то хороший, дельный, которым можем воспользоваться и уйти от иной проблемы или от иной аварии. Ветеран металлургического комбината обучил десятки специалистов. Многие его ученики сегодня занимают руководящие должности. Дома Куантай Жумабеков воспитывает 7 внуков. Горновой не исключает, что кто-то из них пойдет по стопам деда. Говорит, что металлург – профессия для людей с остальным характером. Марина Золотарева, Сайран Акамбаев, Зеленозул Пыхар, Карагандинская область, 24KZ. Теперь к новостям в мире. 12 человек погибли из-за обрушения моста в китайской провинции Шаньси. Об этом сообщает агентство Рейтер. По данным местных властей, конструкция рухнула из-за проливных дождей и наводнения. В списках пропавших числятся более 30 человек. Поисково-спасательные работы продолжаются. В операции задействовано 850 сотрудников экстренных служб. Со дна реки извлекли несколько автомобилей. В центральном Китае пострадала провинция Хэнань. Там тоже проводят эвакуацию местных жителей. В Индии из-за вспышки малоизученного вируса погибли 16 человек. Еще 50 заразились инфекцией в штате Гуджарат. Об этом сообщает телеканал NCD-TV со ссылкой на министра здравоохранения штата. Вирус получил название Чандипура в честь деревни, где его впервые выявили в 1965 году. Его распространение связывает с укусами москитов. При заражении наблюдаются такие симптомы, как лихорадка, головная боль, судороги и потеря сознания, которые в тяжелых случаях могут привести к коме и смерти. Лекарств или вакцины от вируса Чандипура не существует.
В французском городе Ля-Рошель фермеры вышли на акции протеста и столкнулись с полицией. Они выступают против строительства новых водохранилищ для орошения сельхозземель. По данным Deutsche Welle, местные власти планируют объединить десятки небольших водоемов. Новые резервуары будут зимой заполняться грунтовыми водами. Но фермеры опасаются, что мелкие хозяйства могут остаться без воды. Всего в акции участвовали почти 3000 человек. Для разгона демонстрантов стражи порядка применили слезоточивый газ и резиновые пули. В ходе беспорядков 9 человек пострадали, еще 7 задержаны. В системах Windows произошел глобальный сбой. Он затронул 8,5 миллионов устройств. Это меньше 1% от общего числа, утверждают в корпорации Microsoft. И все же техническая ошибка в работе операционной системы, которая произошла в эту пятницу, вывела из строя аэропорты, IT-сервисы, банков, коммунальных предприятий и телекоммуникаций в ряде стран, в том числе Австралии, США, Индии и Великобритании. Восстановление полной работоспособности всех систем может занять несколько недель. Олимпийский огонь прибыл во французский департамент Сена и Марна. Среди факелоносцев олимпийский чемпион в беге с барьерами на играх в Монреале 1976 года Гид Дрю и бронзовая медалистка по парагребле в Токио 2020 года Марго Буле. В эстафете задействовали самую длинную в мире 40-метровую гребную лодку. Она вмещает 24 человека. Далее факел пронесут по достопримечательностям департамента Валь-де-Марн. Ну а кульминацией станет зажжение чаши огня в Париже во время церемонии открытия игр. Самолет Ан-2 загорелся при взлете в 10 километрах от города Державинска в Акмолинской области. По данным МЧС, жертв и пострадавших нет. Пилот самостоятельно эвакуировался из горящего самолета. Спасатели локализовали пожар за 8 минут с момента вызова. На данный момент возгорание ликвидировано. Жители микрорайона Юго-Запад-2 в Актобе жалуются на то, что работы по ремонту дорог продвигаются очень медленно. Одну из улиц еще с прошлого года никак не закончат. Что же так тормозит работы, выясняла Наталья Салькова. Улицу Казака и Ахуна начали ремонтировать 3 месяца назад. Однако работа, по словам жителей, продвигается очень медленно, поэтому есть неудобства. Как только начался ремонт, сюда не заезжает общественный транспорт, и до ближайшей остановки приходится преодолевать большое расстояние. Они сказали, с начала лета мы сразу же начнем уже все заливать, все будет прекрасно, автобус зайдет. И первый месяц, лето прошло, уже 20 число второго месяца, никакого эффекта нету. Никакой техники нету у этой компании, ни людей нету. В день они работают 20 минут. У нас с дорогами проблема с прошлого года. Год назад начали ремонтировать улицу Курмангазы. Там постелили первый слой асфальта, второй не успели. А эту дорогу делают с 19 апреля. Прошло уже 3 месяца. Мы даже не надеемся, что в этом году ремонт завершат. Через 1,5 месяца дети пойдут в школу. Не знаю, как автобус будет сюда заезжать. Протяженность этой улицы 1300 метров. На дороге пока только убрали старый асфальт и выполнили земляные работы. Проведение ремонта, по словам представителей подрядной организации, осложняет насыщенный водой грунт. Здесь плывуны, мы не можем работать. Сейчас мы выкапываем переустройство газа, выкапываем. Полдня уже там водой заполняется. Талые воды под землей очень много. Просто нам надо сейчас время. Эта подрядная организация должна по договору отремонтировать в микрорайоне Юго-Запад-2 21 улицу. На эти цели из бюджета выделили 2 миллиарда 400 миллионов тенге. На график выполнения работ обратили внимание общественники. Трудности, о которых говорит подрядчик, должны были учитывать при подготовке проектно-сметной документации, авторском и техническом контроле. Организация, которая взяла на себя обязательства, должна выполнить работу в срок. Мы будем наблюдать за ходом ремонта. Представители подрядной организации говорят, что на улице Казака и Ахуна к сентябрю уложат первый слой асфальтового покрытия. Проект по ремонту дорог в микрорайоне переходящий. В этом году они планируют завершить реконструкцию дорожного покрытия на 7 улицах. Наталья Салькова, Айнадин Молдабеков, Актобе, 24KZ. Больше 70 человек оштрафовали за нарушение правил пожарной безопасности в Акмолинской области. А в регионе провели широкомасштабную акцию «Орман», усилили охрану лесных массивов и проверили готовность лесхозов к пожарам. Аслан Абуталипов расскажет больше. Найза возгорания, Боровское лесничество, квартал 31, выдел 8.
В одно из лесничеств Буровайского нацпарка направили сообщение об условном возгорании. На место в считанные минуты прибыли пожарные расчеты лесников и местного отдела по чрезвычайным ситуациям. Вместе с этим помощь с воздуха оказал вертолет «Казавиалесохраны». Оперативно и слаженно им удалось ликвидировать пожар. То есть, если система обнаружила, ну, в зависимости тоже, да, от расстояния этого возгорания, ну, в течение 7 минут прибытия, да, и локализация уже самого возгорания. Если это не горная местность. Дополнительно в этом году национальным парком были созданы 10 пикниковых зон с разведением костра на территории национального парка. Также в этом году было закуплено, ну, закупается еще на сегодняшний день малые лесопатрульные комплексы. Проводится закупка оборудования, противопожарного оборудования, спецобмундирования. Пожарные, полицейские и лесники обошли наиболее многолюдные места в лесных массивах. Провели мониторинг в зонах отдыха, расположенных в лесу. Как оказалось, далеко не все соблюдают правила пожарной безопасности. Создано 104 мобильных групп, в число которых входит 400 человек. Данными мобильными группами проводятся рейдовые мероприятия. На сегодняшний день их более 1000, которыми выявляются факты нарушения правил пожарной безопасности, соответственно, за которые привлекает к административной ответственности. На сегодняшний день уже 65 физических лиц привлечены к адам ответственности на сумму более 1 миллиона тенге. Сейчас в лесных массивах региона подготовлены 47 пожарных постов. В ближайшее время будет открыть еще один. Но недочеты в лесхозах все еще есть, говорит заместитель руководителя территориальной инспекции лесного хозяйства Арман Турумбаев. Необходимо обновить данную технику. То есть она у нас уже выработала свой ресурс, но тем не менее данная техника противопожарная, она работает, находится в строю и работает полноценно. То есть также необходимо по государственным учреждениям лесного хозяйства создать лесные пожарные станции первого и второго типа. Также спасатели и представители природоохранных учреждений встретились с предпринимателями, чьи объекты находятся в лесном массиве. По правилам они должны предусмотреть все меры для недопущения возгораний. Вместе с этим базы отдыха должны быть оборудованы специальными щитами с необходимым инвентарем для тушения пожаров. Аслан Абуталипов, Евгений Шинкаренко, Акмолинская область, 24KZ. Читающая Караганда. В центральном парке шахтерского города установили своеобразные скворечники для книг. Небольшие домики предназначены для буккроссинга, обмена литературными произведениями. Книги выбирали и наши корреспонденты. Марина Золотарева расскажет. Алина Хамидуллина – читатель Центральной библиотеки имени Мухтара Ауэзова. Однако, гуляя в парке, она никогда не проходит мимо книгообменников. Говорит, что там попадаются интересные экземпляры. Карагандинцы поддерживают буккроссинг в Центральном парке и охотно делятся книгами из домашних библиотек. Хотелось бы, чтобы такие книжные домики появились на всех улицах города, мечтает Алина. Где-то кто-то не может приобрести книгу, естественно, а кто-то даже устаревшие экземпляры может принести сюда и обменяться тоже на новые более. Мне нравится в основном фэнтези, но также еще классика и детектив. Чаще всего взрослые как раз таки любят такое и, ну, естественно, могут принести сюда. Также в парке работает библиотека в юрте. В день сюда приходит до 40 посетителей. В летней библиотеке можно взять книги и поучаствовать в викторинах и конкурсах на разные темы, говорит Татьяна Миллер, методист централизованной библиотечной системы. На последнем заседании Курултая наш президент обратил внимание, что наша нация должна быть умной, начитанной. Поэтому он большое внимание уделял книге. И для популяризации книг мы все наши мероприятия проводим здесь, в юрте. В этом году у нас каждый день расписан. 16 июля вступило в силу постановление о новом празднике. Национальный день книги казахстанцы будут отмечать 23 апреля. В Караганде уже давно прививают любовь к чтению. Городской парк стал культурным центром для жителей шахтерской столицы. Марина Золотарева, Сайран Акамбаев, Зарина Зулпыхар, Караганда, 24KZ. Завтра стартует продажа билетов на сольный концерт Димаша Кудайбергена в Астане. Об этом артист сообщил на своих страницах в соцсетях. Напомню, грандиозное шоу состоится 13 сентября на стадионе «Астана-Арена» в рамках Всемирных игр кочевников и станет частью мирового тура музыканта. Димаш исполнит композиции в различных стилях и на разных языках. Ну а игры кочевников, я напомню, пройдут в столице Казахстана с 8 по 14 сентября. На этом наш выпуск завершен. Спасибо, что были с нами. Всего доброго.